Добро пожаловать, мои дорогие! Мы грузины, это друзья. Чем мы славимся, грузины? Нашей красотой. Наша природа очень красива. Ваш шашлык какой вкусный. Вино. Где мы сейчас находимся? Кахети. Мы называем Кахети дом вина. Мы любим вино, грузины. Можно так сказать, Грузия и грузины считаются вот первой страной, где нашли лозу. И мы этим славимся. Мы славимся своим гостеприимством. Мы любим гостей. Добро пожаловать к нам в Грузию. Мы рады гостям, что вы к нам приезжаете, что вы любите нас и уважаете. И что самое главное для человека и для человечества – это любовь, это человечество, это уважение и ценность. Не имеет значения, кто какой национальность. Все мы люди, все мы простые. Да давайте любить друг друга, уважать и ценить. А вы к нам приезжайте часто, мы вас будем всегда встречать улыбкой, с нашим шашлыком и вином. Не только с хинкали и хачапури. Дай Бог вам здоровья и счастья. Дауманду! Сакатул дауманду! За Грузию! Джос, джос, джос! Девочки, за вашу красоту! Девочки, за красоту! Опа, это я сейчас выпью, потом за красоту. Давайте, давайте. Подождите. Из Мараули пьем за девочек. Всегда. Давай, давай. Давай, давай, давай. Что ты делаешь со мной сегодня? Аснапоти чамо кондалу мисвичамо натали, адекнапотоми амбесакуабишемо натали.